Всем здравствуйте! В сегодняшнем ролике я хочу проанонсировать новую возможность на моем канале, которая называется «Спонсорство». Меня, если честно, раньше у меня была эта кнопка, потом я ее удалила, потому что никто не подписывался и как-то вот не было никакой активности. Но недавно меня все-таки попросили сделать спонсорство, спрашивали. Я решила повторить попытку, поэтому попытка номер два — спонсорство. Если вы хотите стать спонсором моего канала и вам интересно понять, что это такое, этот ролик, он будет для вас. Значит, что такое спонсорство? Спонсорство – это финансовая поддержка подписчиков, слушателей моего канала за определенные вкусняшки, плюшки. Как работает кнопка спонсорства? Под любым моим видео, если вы смотрите этот ролик, то я так понимаю, что YouTube мне дал окей на то, чтобы создать спонсорство. Есть кнопочка спонсорства. Нажимая на нее, во-первых, вы увидите этот ролик, я так понимаю, это вступление. И у вас есть три возможности подписаться на спонсорство, три уровня. Первый уровень — это всевозможные смайлики и как их называются, это стикерс, значки. Если вы покупаете этот уровень, подписка, она месячная, с возможностью продлить на второй, третий и так далее месяцы, если вам нравится. Если нет, то после первого месяца вы можете отписаться. Значит, первый уровень дает вам возможность отличительного значка. Для чего он нужен? Этот отличительный значок помогает вам, скорее всего, помогает выделить вас из всего количества подписчиков. То есть в тот момент, когда я буду проводить прямой эфир, если вы пишете комментарии, вы будете выделяться и высвечиваться. То есть люди будут видеть, что вы являетесь спонсором. Это первый уровень. Второй уровень спонсорства, он допускает первый уровень, то есть имение значков. И вторую плюшку я сделала как раз-таки возможность просматривать расклады на философские темы. То есть то, что раньше я записывала по пятницам, да, разбор на разные философские темы. И в будущем я предполагаю, что для спонсоров будет некое такое голосование, на какие темы вы хотели бы, чтобы я записала расклад, и я буду записывать только для спонсоров. То есть два раза в месяц, всегда это по пятницам. Не знаю, почему я выбрала пятницу, просто нравится. Два раза, две пятницы в месяц я буду делать расклад на философские темы, то, что вот вы уже видели ранее на моем канале, разборы этих раскладов. Они будут доступны только для спонсоров. То есть второй уровень подразумевает ваши подписки, подразумевает то, что у вас будут отличительные значки, эмоджи, которыми вы можете пользоваться на моем канале, и плюс ко всему два расклада в месяц на философскую тему, либо позже мы будем с вами голосовать, ну, я имею в виду со спонсорами, голосовать, на какую тему хотели бы вы сделать расклад. То есть даже если вы будете там считать, что лучше сделать расклад на личные отношения, окей, не вопрос, вы спонсоры, вы решаете. И третий уровень спонсорства, он предполагает, скорее всего, включает в себя два предыдущих, то есть это отличительные значки, эмоджи первого уровня, второй уровень — два философских расклада в месяц, и третий ваш, плюс ко всему, третий уровень. На третьем уровне я буду проводить опять-таки два раза в месяц. То есть у нас получается на третьем уровне две пятницы будет два расклада, и следующие две пятницы будет прямая трансляция, прямой эфир, клубная встреча. То есть клубные встречи я решила вложить в спонсорство. Что у нас будет на клубных встречах? Во-первых, это будет часовая трансляция для спонсоров, где я буду примерно, ну, полчаса отвечать на ваши вопросы, и половина, я так предполагаю, либо минут 40, я буду рассказывать вам разные интересные, так скажем, знания, да, либо передавать вам информацию о душе и о мироздании. То есть это предполагает то, что я
как вариант, да, буду читать, изучать книги, либо какую-то информацию, и потом вам рассказывать о ней. Безусловно, в анонсах будет тема, да, с каждого эфира, то есть на какую тему мы будем разговаривать. Ну и в дальнейшем, конечно же, если вы будете выбирать свою тему, да, и вам, например, будет интересно, как рождается душа, да, либо куда идет, как идет, как это вообще все работает, я буду вам рассказывать. То есть я так предполагаю, что большая часть прямого эфира, он будет час, не больше. Я буду рассказывать информацию, и во второй половине я буду вам отвечать. Либо сразу рассказывать и отвечать на ваши вопросы. То есть это будет вот такой эфир, но уже, с одной стороны, на более конкретную тему, да, в отличие от прямых эфиров, которые есть на канале раз в месяц я выпускаю. А во-вторых, они будут более такие вот, ну, специфические, и информацию, которую я буду говорить там, она нигде не будет озвучена. То есть я ее не буду нигде говорить. Вот, поэтому третий уровень, он предполагает, значит, еще раз повторюсь, значки эмоджи, два расклада на философскую тему и плюс два прямых эфира, в которых вы сможете принимать участие. Это третий уровень. Я не знаю, насколько вам нравятся такие плюшки. Дело в том, что я посмотрела некоторых тарологов, коллег, у которых есть эта кнопка спонсорства, лично меня ничего не привлекает, потому что, ну, во-первых, подписка достаточно дорогая, а во-вторых, ну, я не знаю, предлагать более просто ранний доступ к своим раскладам, ну, то есть... Мне кажется, несопоставимо. Но я не буду, опять-таки, никого критиковать. И это была просто отсылка к тому, что я думала, что же вам такого ценного, да, чтобы это было действительно ценно, чтобы это действительно было полезно. Вот. И при этом доступно по цене. Еще раз скажу, вы можете подписаться пробно на месяц. Если вам не понравится, потом отписаться, то есть остановить спонсорство, такая возможность тоже есть. Но есть и возможность продолжить спонсорство и на последующие месяцы. Как все нужно будет оплатить, я надеюсь, что за это у нас отвечает непосредственно сам YouTube, потому что при создании кнопки меня не спрашивали, что и как, куда надо оплачивать. Возможно, надо будет проверить, если честно, надо проверить. Я не знаю. Ну, вам единственное, что нужно будет нажать на кнопку спонсорства, если вы решаете, и определиться, какой уровень вы хотите для себя выбрать. Ну, а дальше мне так кажется, что YouTube подскажет, что вам нужно делать дальше. Если остались еще какие-то вопросы, пишите в комментариях, я, может быть, вам отвечу в письменном виде. Приглашаю вас на свой канал стать спонсором моего канала. Я постараюсь со своей стороны сделать качественный контент, который будет доступен только вам, только тем людям, которые будут подписаны на мой канал. Жду вас!